Так, мы приехали в очень красивое место. Всех видно, всех видно. Сейчас мы вам покажем, что это такое. Здесь, значит, и парк, и площадка, и развалины, и даже озеро есть. Только нужно нам перейти дорогу. Мы даже место нашли для парковки. Бесплатно. Вот, фонтаны. Смотрите, как красиво. Так. Ребята. Здесь очень классно. О, я помнишь, такое в Черкасах стоит? Если оно вообще там стоит. Лёшка, а ты знаешь, на что это похоже? На что? На Умань, в которую мы с тобой ездили, помнишь? Неделю после знакомства. Вот это спасательный круг. А вот это что за палка? А это добивательная штука. Нет, destruction for use. Смотри, ты бросаешь круг, а эту палку держишь вот так. И она, видимо, как-то тянет. Или ты тянешь. А, ты за нее тянешь, и тот, кто не успел утонуть, вылазит. Но вообще-то сюда, здесь плавать не нужно. Пошли. Так, подожди, нам надо красоту все посмотреть. А, слышите? Поезд. Поезд тут тукает. Я слышу его, я слышу. Смотрите, какой классный. Как в парке Поздняки, Лёшка. Да, давайте помашем. Ой, какая красота. Так, что это тут такое? Застроение. Ну? Здесь, смотри, здесь можно в Among Us играть. Просто беседка. Можно прятаться тут от дождя. Нет. Замечательно. Надеюсь, дождя не будет. Под люком. Так, смотрим. Round Day Park Restoration Project. Ага, видишь, был в 2004 году. Это тут реставрация была. Красиво, конечно. И вот это вот, смотрите, дорога. Это моя страсть, вот эти аллеи такие. Вот это, смотрите, как уже деревья расцвели. Сейчас так. Вот это красиво, правда, оно так уходит. И, конечно же, в эту сторону. В эту сторону, да? Потрясающе, ребят. Ой, такие просторы шикарные. Чешется или перется? Ну, чешется, может, блох ищет, не знаю. Но больше всего меня беспокоит, что оно, видишь, все в пластике, и никто ему это не уберет, этот пластик. Может, это она яйца высиживает? Интересно, они высиживают яйца? Это же... Слушай, они какие-то заразные, может, глянь, они все чешутся. Да, может, перышки. Это чешется. И там чешется. Так. Вот видите, как у нас здесь все
красиво. Водичка, она с озера стекает. А вот там, смотрите, какой красивый мостик. Будет, если будет время, все успеем, пройдемся по мостику. Боже, какой шикарный. Так. А здесь, смотри, подружка стоит. Привет. Твоя? Да. У меня подружка утка. Со скольки лет? Такое у нее синее вот здесь перо красивое. Не боится ж, надо же. The Mansion. Что это такое? Тут, до речі, виставка англійської арт, іскусства. Як це буде на українському? Мистецтво, ось. Але ніхто, крім мене, туди не хоче йти. Боже, як тут гарно. Дивіться, боже мій. Ну, давайте хоч так, хоч трошки. О, oh, sorry. Давайте так глянемо хоч трошки туди. А, тут кафе. Десь там з цієї сторони треба заходити. А, он там, бачите, така капличка біленька. Там картини, все інше. Боже мій, посмотрите, як тут красиво, ребята. Так, посмотрите, указатель тут. Baron's Fountain. Это, наверное, мы его видели. А сейчас мы идем в сторону Children's Playground. Это площадка, наверное, где-то туда. Ну, пойдем посмотрим, где там площадка. Слушайте, ну, очень масштабно. А, и вон та лестница. Там вот. Так, ну вот, похоже на детскую площадку, но может это и не оно. Потому что здесь больше тренажеры, а вот там, наверное, чуть дальше площадка. Что-то какое-то там надувное, цветное. Так, а вот это потрясающее место позади с черепичной крышей. Угадайте, что? Правильно, туалет. Куда обязательно нужно зайти. Оказалось, вот то не туалет. Так что мы носим все с собой. Поделись. Ты, Артем, не заметил, что мы ушли. Артем. Это second life. Эх, хорошо. Сегодня нет солнца яркого. Так что прикольно. Нет дождя, погода, тепло. Супер. Я бегаю вообще, понимаешь, парк вообще идеально. Вообще. Да, вообще потрясающе. Вообще классно, помнишь, еще дорожка специально беговая была? Ну да. Вообще бинго. Так, ну вот они, ступеньки, сходы, как в Одессе. Ну, я думаю, что в Одессе дольше, набагато. Я там лишь один раз была, але еще, здається, что они дольше. Brand new, it's
Вон избушка на курьих ножках уже видна. Ого, вылоченький майданчик. Слушай, ну какие площадки офигенные, вот посмотри. Правда, она так органично вписывается в ландшафт. Немецкие тоже, да, крутые площадки. Но это тоже неплохо, очень классно. Так снимать нельзя, выключаюсь. Оказывается, тут еще есть какой-то а-ля, может, как же он, зоопарк тропических всяких животных. Так. Там больше. Идем сюда, посмотрим, что тут. Где мы? А, и мы вот тут. Вот здесь мы ходили, смотрели на фонтан на озере, вокруг вот так обошли. Вот здесь, помните, в каплычке мы были. О, мы туалет прошли. Где-то тут он был. Угу. Так, ну, вот большое озеро мы еще не дошли. Вау, смотрите, там пальма. Вы же знаете, я люблю пальмы. Да, красиво. Так все ухожено, подстрижено. Такие масштабы, такая красота. Вот так вот, да, вот глянуть можно, подумаешь, что где-то на курорте. Да. Простенько и мило. Здесь еще одна красота нас ждет. Цветущее дерево. Пока мы идем, не знаю куда, пока нет ветра, я вам расскажу. Вчера я общалась с одной девушкой, она из Украины. Зовут ее Алла. Они беженцы, переселенцы. Даже не знаю, как правильно работать. Переселенцы, межбеженцы. И они знаменки. Здесь у них, оказывается, есть, получается, ее племянник. Ну, родственник, правда, дальний родственник. И вот они сюда приехали в Лидс. Совсем недалеко от нас живут. О, это же магнолия. Смотрите, как уже попадали листья. Видите? Они еще так рвутся. Это красиво. Так вот, у этой Аллы двое детей. А девочка старшая уже. Ну, в смысле, взрослая уже. И младшая дочка. Зовут ее. Боже, как ее зовут? Забыла. Вероника. А, Ника. Ника, Вероника. Ей 8 лет. Да, вот. И идет она уже в школу, в нашу. Есть место для нее. Грустно это все. Как-то, не знаю. Тоже, знаете, живут там в какой-то комнате. Ну как, там выделили им комнату. Но тоже так. Ничего с собой не взяли особо. Тоже надо все покупать. Сейчас мы, наверное, Анечка, с тобой переберем вещи. И Нике отдадим твои вещи, которые там ты выросла. Они в хорошем состоянии. Вот, так что такие у нас планы. Так, Артём эту Нику называет my girlfriend. В смысле, да? Серьёзно? Ну, он как бы говорит, что она его подруга. Friend. Но не friend в смысле мальчика, а friend в смысле girl. Я не думаю, что он каким-то образом подразумевает что-то более, чем просто друг. Ну, как-то всё равно называется.
Ну, здорово. А у вас в 9 лет была girlfriend? Боже, посмотрите, какое дерево. Цвет, гляньте. Ага, такой борщецкий. Да, цвет борща, смотрите. Потрясающе, вообще обалдеть. Вот это такое сразу. Желтое, зеленое, белое. Ну, надо же. Вот эти, конечно, деревья вот такого цвета уникально. Ты видишь это весной, и это так удивляет. Так. Это что? Tropical. Какой-то сад прям с фонтанами. Угу, тут есть кафе. А, my entrance. You want me, мороженое. Вот, my entrance. О-о-о. Ярно же я. Что там? Что там? Аня, мы что-то приедем. А, ты маг. Нет, это не то, пошли. Оно на паутине вообще держится. Ну да. Так, идем там, Аня. Можно я сорву? Красоту какую-то показать. Причем, видите, здесь ну, разные посаженные растения, деревья. Много какой-то приятный. Да? А вид такой колючий. Да. Ой, какой мягенький, класс. Как у ежика такая. Пощупайте. Совсем не колючка. Реально? Да. Да. Какой такой милый ежик. Перекресток семи дорог. Вот и я. Тупик. Что это? To make a prayer takes a clover and bee. Come and be and ever together alone with blue. If bees are few. Dickinson. Эмили Дикинсон. Разрешите попробовать перевести. Сделать прерию нужен клевер и пчела. Клевер и пчела. И мечтательность. Одна мечта сделает, если пчел мало. Я так понимаю, что пчелы и клевер – это инструменты, которые помогают создавать вашу прерию. Но без мечты ее будет создать сложнее, чем с ней. Поэтому, ребята, нужно мечтать. Помните, мы как-то ездили в Шеффилд в зимний сад? И вот что-то такое похожее, только, как говорится, не под крышей. Ух ты, какая тут красота. Ой, бананы в пасты. Все в себя. И тут в себя, и тут в себя, все в себя. Сейчас на тебя фокус. Иди на меня. Куда смотреть? Туда? Да. Так как ты будешь реакцию записывать. А, ну, так. Еще раз. Я повторила одинаково. Давай, проходи. Слушай, красиво, ребята, посмотрите. Ща, это... Вашему взору открывается потрясающий фонтан. А, ну, нас крючило, понятно, все. Что? На самом ответственном моменте разрядился штатив. Но все равно я вам эту красоту покажу. Вот она. Да? А где наш папуля делся? Новости. Вот он. Мы тебя нашли. В общем, короче говоря, ребята, мы сегодня посетили потрясающее место.
Вот такая вот у нас получилась прогулка. Да вообще, я в шоке. Вот так вот смотришь на это все и думаешь, ну как это могли сделать? А, здесь прям, видите, такой вход или выход. Мы выходили как бы. Да. Входим. Это главный выход и вход. С мальчиком. Говорим ему прощай. Смотрите, у него там какой-то заяц, что ли, рядом. Но ненадолго. Я надеюсь, что мы сюда вернемся, потому что мы все не посмотрели, все, что хотели. Дети уже голодные. Смотрите, какое интересное растение. Я думала, это цветы, а это нет, это какие-то листья, они белые. Видите? Как будто кто-то покрасил. Ну, я думаю, просто такой вид плетется. Please, do not stay on the snake. Смотрите, это змея из камешков. I can't breathe. Угу. Интересно, вот что это могло бы значить? Ну что? Пойдем. Не знаю. Так, смотрите, какую красоту мы сейчас вам покажем. Сквозь пальмы пробираемся и... Да? Это не конец. Ребята, это потрясающе просто. Так. И в финале такая, смотрите, беседка. Здесь можно снимать, короче, такую заставку. И у тебя прям миллионы. Знаешь, 24 часа в иглу. Вау, да. И здесь можно взять посидеть. Это интересно очень, ребята. Это мне тут мы случайно это увидели, я. Типа тут мальчики такие пробегают. Я в смысле, опа. А дальше там тут, ну, пошли сюда. Мне это очень нравится. Так, здесь, смотрите, есть такая хронология в фотографиях. История этого парка, Round Hay Park, начинается вот с 1000 года. Как это было все. Озера тоже, видите, мосточки, мостики. Ничего себе, как все подробно. Ух ты, смотрите, тут, по-моему, трамваи ходили. Трамваи, видишь, ходили? Вот. А вот воздушный шар. О, как интересно. И свадьбу здесь проводили. Смотрите, фото, где выпал снег. На санках катаются. Какие-то парады. А это кто? На Мадонну похоже. Ага, смотрите, кто тут выступали. Роллинг Стоунс, Майкл Джексон. Брюс Спрингстин, не знаю, кто это, Мадонна. Тысячи фанов в этом парке было собрано на их выступление. Ничего себе, ребята. И даже вот, смотрите, какой-то заплыв был. И бегуны тут или велосипедисты. Слушайте, это реально знаковое место.